Итак, у нас на обзоре поясная сумка от компании, питерской компании снаряжения. Модель называется «Кенгуру». В последнее время я стал таким любителем поясных сумок, поэтому мне захотелось рассказать вам вот об этой сумке. Итак, поехали. Очень большая сумка поясная, которую можно положить, ну, разве что, наверное, в «Кенгуру». Нельзя положить, а так все что угодно. То есть очень объемная сумка, которая имеет несколько карманов. Давайте начнем по порядку. Самый большой карман. Что я одел? Ну ладно, одел, да? Самый большой карман вот здесь. Плоский, внутри ничего нет. Раз. Второй карман. А, ошибся я, это был не самый большой карман. Вот, самый большой карман, где есть еще внутри несколько подкарманов. Карабинчик, для того, чтобы повесить ключи, либо какой-то фонарик, чтобы не потерять. Обычно так увешивают ключи. Кармашек с сеткой, для того, чтобы положить в этот карман какие-то документы, чтобы можно было видеть, что там лежит. Сетка для этого нужна. Вот такой вот кармашек здесь под карточки. Можно положить, допустим, ваши карточки банковские. Вот. И большое достаточно объемное отделение можно положить даже сюда дождевик. Вот. Какие-то мелочи накидать, или там целый дождевик сюда положить. Вот. Итак, третий карман. Так, что у нас тут? Еще немножко завел молнии. Третий карман. Такой карман, здесь уже не внутри, такого ничего нету. Ну, можно сюда бросить все, что нужно, ну, чтобы отделить от других, что-то, что нужно быстро вытащить и взять. Ну, я сюда положил телефон, если честно. Вот. Также есть тут, чтобы вот это все не выпирало у вас снаружи, можно затянуть это вот так вот аккуратно. Таким вот фартуком. И у вас тогда эта сумка не будет так выпирать. Будет достаточно компактная. А по мере необходимости ее можно оттянуть и сюда вот как раз таки убрать эти вещи. Здесь у нас из AirMesh'а сделано для того, чтобы вот это место у вас летом не потело. Вот. Такая сумка есть в синем цвете вот таком и в черном цвете.